Книжный фонд страны уже превысил 328 миллионов экземпляров. Однако с каждым годом, к сожалению, читающих казахстанцев становится все меньше. Согласно разным исследованиям, проводить время с книгой предпочитает в основном старшее поколение. К примеру, в Канаде и Франции в год читают 17 книг. И это в 3-4 раза больше, чем в нашей стране. Читать или не читать? Для многих это риторический вопрос, потому как отговорки придумывать легче, чем найти свободное время для книги. И это несмотря на то, что пользы от бумажного друга хоть отбавляй. Это словарный запас, ненавязчивое повторение правил пунктуации, развитие фантазии. Участники столичного книжного клуба проживают гамму эмоций, пока читают очередное произведение. В этом месяце это был известный роман Арчибальда Кронина «Замок Броуди». У нас есть книга или две книги и определенный дедлайн. Да, вот тебе нужно прочитать за месяц. И это тоже как-то мотивирует. Потом мы там в группе отписываемся, кто что прочел, как прочел. И люди, смотря на других людей, которые читают, тоже стремятся. Ну, какое-то такое соревновательное, возможно, даже два. Первый книжный клуб Виолетта организовала еще в Алматы. После переезда в столицу также начала искать единомышленников. Теперь и в новом клубе много постоянных участников. Люди идут за духовным развитием сами и ведут за собой друзей и родных. А чтобы чтение вошло в привычку, советуют начинать с малого. Метод помидора. Выделять время по 15-20 минут, читать и выбрать интересную для себя книгу, интересную тему для себя. У всех вкусы разные, кому-то фантастика, кому-то классика нравится, кому-то классика покажется скучной. Когда ты читаешь книги, ты как будто проживаешь несколько жизней, ощущений. Когда ты входишь, прям находишься там, все чувствуешь, как они... И лучше узнаешь людей. Через книги можно узнать людей. Благодаря им можно воспитать хорошего человека, специалиста, считает спикер Сената Маулен Ашимбаев. На одном из пленарных заседаний он привел результаты международного исследования в сфере образования. Падает читательская грамотность среди школьников. И более того, наши школьники отстают от своих сверстников в странах ОСР на 3 года. Ну, вроде бы безобидная категория, да, читательская грамотность, но это же показывает системные проблемы. Показывает проблему того, что сегодня дети больше вовлечены в социальные сети. В интернет идут за развлечением. Незатейливые ролики, небольшие посты – все это формирует короткую память и клиповое мышление. Профессиональному филологу достаточно немного поговорить с ребенком, чтобы понять, читают в семье ученика или нет. Очень много используют слова «паразиты», практически засоряется язык, как казахский язык, так и русский язык. Вот. То есть дети не настолько богаты словарным запасом, вот, как от нас требовали, например, в свое время. У них, можно так сказать, короткая память, очень много забывают вообще слова. В основном могут использовать такие модные слова, иностранные, краш, окей, и так далее. Школьники читают меньше серьезную литературу, художественную литературу прежде всего. И в результате этого они теряют очень важный навык для дальнейшей жизни. Без читательских способностей, наверное, очень сложно дальше формировать хорошего специалиста, хорошего профессионала. В Министерстве просвещения, конечно, пытаются исправить ситуацию. На днях объявили республиканский челлендж. Ученики из разных школ начали выходить в прямой эфир и рассказывать о понравившейся книге. Но пока самым эффективным методом остается пример взрослых. По словам Али, его папа дружит с книгами. Сам он тоже к ним неравнодушен. Как часто я читаю книги? Практически каждый день перед сном. Честно-честно? Конечно, честно. Какие книги сейчас у тебя? Сейчас книга у меня в приоритете – это Федора Достоевского «Преступление и наказание». Вот. А раньше я читал Гоголя, Шинель и «Девушка с татуировкой дракона». Мне очень нравится Гоголь. Его произведение «Шинель» очень описывает хорошо образ маленького человека, который явно показывается больше в обществе. Больше всего поддерживает дочь. Она тоже. Я ее потихоньку, ей привила любовь к книгам. Своим примером. Да, ну,
примером, да, ну, знаете, как больше, наверное, рассказывала. Я больше ей рассказывала, что вот я такую книжку прочитала. Вот. И она вот видела вот это все воодушевление, как я ей рассказываю, и начала сама интересоваться. Потихоньку, и вот затянула ее это. Депутаты понимают, что быстрого результата не будет, поэтому предлагают взрослым подавать детям пример. Считают, что нужна специальная программа по повышению читательской грамотности. И даже если сотовый останется в руке ребенка, то пусть в другой будет книга.